Утром на улице Галины Петровой горела пристройка частного дома. Пожар охватил 100 квадратных метров частного земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю. Звонок спасателям поступил 4 июля в 8 часов 20 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях. К месту оперативно выдвинулись два подразделения от 1-й пожарно-спасательной части и одно от 6-й части. На месте огнеборцы были уже спустя 6 минут. По прибытии сформировав звено газодымозащитной службы, спасатели незамедлительно проникли в помещение, приступили к разведке и отключили электроэнергию. В 8.42 пожар был локализован, а в 9.17 ликвидирован полностью. Обошлось без жертв. В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 11 человек личного состава.